внизу снег уже стаял, а вот маргаритки повылазили и красавицы такие на поляне. Так, ну вот такое вот начало, начинают выходить звери. Привет, привет, красавцы какие. Ой, красавцы. Я увидел котиков и вспомнил историю, мой товарищ рассказывал, говорит, с утра тоже так ехал в лес. Говорит, сажусь в автобус, но думаю, надо начать день с добрых дел. Уступил место женщине. На первом повороте автобус тормозит. Говорит, кубарем лечу, посреди салона валяюсь. В общем, все улыбаются. Доехал. А, кстати, это сюда ехал. До поляны сказок доехал. Говорит, выхожу из автобуса, прошагиваю ступеньку. Чуть зубы не выбил. Вот. И за котенка тоже. Сидит котенок такой, ну видно, голодный. Достал ему, скормил свой бутерброд. Ну и думаю, сам хоть чаю попью. Взял один бутик. В общем, пока его кормил, перевернул термос, остался без чая. Вот. Но это о чем говорит? Это не о том, что день там не удался, не с той ноги встал или еще там что-то. Это говорит о внимательности. В горах нужно быть предельно внимательными. Ущелье Димитрий, воды нету, видно там на вершинах лежит снег, то есть там все замерзло и, соответственно, все дальше уходим в лес. Погода сегодня, конечно, не балует по сравнению со вчерашней, сегодня мрачно. Вот, несмотря на похолодание, почки кизила уже распускаются. Спускаемся в ущелье, идем на шум воды, вверху открывается, конечно, красота, на вершинах еще снег. Не дотаял. Над нами нависает Ставрикая. А вот и четвертый водопад. В принципе, у нас это сегодня не планировано. Подойдем поближе, посмотрим сейчас на водопад. Но так думается, если здесь такой небольшой напор, то выше там точно все замерзло. Вообще, я сюда не собирался заходить, но вот для информации теперь знаем, что уровень не тот, который был несколько дней назад. Замерзло все после последнего снегопада. Но пройдем еще чуть-чуть ниже, третий посмотрим. А здесь у меня появился возглас восторга. Вот это купель, вот здесь вот глубина, ну, в самом деле глубина. Давно таких не встречал. И, конечно же, не могу сказать, что теряю здесь время, поскольку, в принципе, пробежка сегодня вообще не планированная, внеплановая. Ну, такая вот полоса препятствий, кардионагрузочка, это очень полезно. Здесь вот очередная купель. С вот таким красивезным водопадом.
немножко скалолазания, и мы спускаемся еще ниже. Мы в гроте уже. Красота здесь. И это, в принципе, низы ущелья. Самые-самые низы, можно сказать. Уже начинаются большие водопады. Здесь вот такая большая кальцитовая щетка. Подходим к третьему. Сегодня, повторюсь, мы сюда не планировали идти, но так случилось. Так, вот здесь вот можно понимать, какая высота. Водопад двухкаскадный, внизу образовалась там целая ванна молодости. Такой узкий проем ущелья. Но эти водопады мы оставляем, мы пройдем выше. И посмотрим, что происходит там. Там, по идее, должно быть все замерзшее. Как оно будет? Оставайтесь на канале, увидим.
Красавец, дождался меня.